Ага! Дамы и господа, впервые в мировом рестлинге состоится невиданный доселе бой. Это беспрецедентный матч. Дамы и господа, Григорий Распутин сразится с беременной женщиной. Боже мой, вы, наверное, видели этот ролик, где беременная женщина надавала пощечин Григорию Распутину. Словесных пощечин, согласен. Дамы и господа, в роддоме номер 13 в Белоруссии лежала несчастная роженица. Ее запаковали в поезд и привезли сюда, в Москву, чтобы она перед камерой рассказала вашему родимому президенту, как тяжело живется в Беларуси, и как их в роддоме мучают, как в родильном отделении еды не хватает. И она приехала. Да, она приехала. И поставили ее перед камерой. И полилась хула из ее уст на Распутина. Не знаю, возможно, это климакс или что-то еще уроженец бывает и вызвало на Распутина на поединок. Распутин согласен, это действительно невероятный бой. И то, что она сказала, правда, мне нужно сильно подумать. Потому что как бы она ни родила, и действительно, я заказал большой вагон и привез коляску. Так что на все случаи жизни у меня есть заготовочки. Но пресс, если отбросить шутки, если говорить серьезно, ой, ученёй, ты сказал, спросил, кто такой Распутин. Я скажу тебе, послушай всех этих фанатов, они называют меня адским сатаной, но ты можешь звать меня просто Люцифер. И 13 числа, я не звернусь в ад верхом на твоей душе. И что ты скажешь тогда, когда 1000 чертей разорвут ее на куски? Готовься, 13.